Ну, посмотрим. У Димы Саутина коэффициент небольшой. Он здесь в этом именно прыжке, в этой серии прыжков, он в такой невыгодном положении находится. У всех коэффициенты были 3-4, 3-5, а у него коэффициент 3-0. Поэтому здесь нужно очень хорошо выполнять. Очень чисто здесь надо, Дима. Давай, старайся. Великолепно. Посмотрите, вообще без брызг сделал. Ну, девятку, конечно, тут надо ставить. Тут надо за этот прыжок, надо ставить девятку. Тут ниже девятки, ну, никак нельзя ставить. И получается так, что Дмитрий Саутин хоть и не обгоняет Илью Квашу из сборной команды Украины, но вплотную приближается. Хорошо, да, великолепно. Приближается вплотную, молодец, на втором месте. 4 балла прыгает Кваше. Но здесь Кваша, конечно, только чисто коэффициентом выиграл. Не качеством, а именно коэффициентом. Потому что вот в этом прыжке здесь Дима уступал только в сложности.